Друзья мои, всем привет! Приветствую вас на канале. Сегодня я вам хотела показать адениумы, сеянцы адениумов. Вот сегодня им ровно, ну нет, не ровно, через 2 дня им будет ровно месяц. Я их посадила 29 декабря. Сегодня у нас 27 января. Они выпустили уже по второму, ну как, вот, это были... Первые листочки, вот вторые листочки выпускают. И я сегодня решила их перевести на фитильный полив, чтобы, не дай бог, не пересушить. Я вот сюда вот наливаю, видите, водички. Здесь вот эта емкость с отверстиями. И, знаете, всегда боялась как бы чуть-чуть перелить их. Вот. Сейчас я сверху побрызгала. Ну, во-первых, я хочу посмотреть корневую систему, какая она. Здесь какой корень, и что я буду переводить на фитильный полив. Вот у меня вот такие стаканчики, тут написано 100 миллилитров, такие маленькие. Вообще я первый раз такие маленькие стаканчики сажаю. Сделала фитилечки из колготок, капроновые колготки. Вот сейчас вот так сделаю. Вот. И смотрите. Я покупала вот такую вот емкость. Я видела у одной блогерши вот такую емкость для посадки лука. И я думала, почему-то эти стаканчики подойдут. Но они, можно вот так сделать фитильный полив. Ну, знаете, даже если они будут землей, там того и гляди, они упадут, потому что они вот сюда плотно не подходят, и надо бы тогда расширять. Ну, я не хочу портить емкость, она пригодится мне для лука или для чего-нибудь. Я придумала другой вариант. Смотрите, вот у меня есть вот такая емкость. Это, знаете, что было? Здесь были лакрица была. И вот я стаканчики из... вырезала аккуратно ножом строительным. Вот она, смотрите, как видите, чуть меньше половины опускается. Вот фитилек будет доставать. Сюда буду наливать воду. И сюда я могу поставить 6 цветов, 6 каких-то растюшек, которые надо перевести на фитильный полив. Хотела сначала 8 расчертила, но это слишком тесно получается, поэтому сделала 6. Так, это будет вот такая схема, да? Но у меня всего 2 сеянца. 2 сеянца. Было, сажала 3, зашло 2. Я вам ссылочку на видео дам. Вот. А это у меня сальвия. Видите, уже можно ее немножко пикировать, отсаживать. Сальвия такая красная. Есть еще сальвия фиолетовая. Это попросту шалфей. А это именно красная. Вот это мои семена. Сальвия красная. Ну и я хочу... Да? Мои семена. Моя сальвия, правильно, видите? Поэтому семян тут немерено. Мне она нравится, она очень красиво цветет. И вот сейчас я тоже 4 стаканчика посажу на фитильный полив именно сальвии, чтобы у меня емкость не пустовала. Вот, я подготовила землю для фитильного полива. Для фитильного полива желательно брать очень рыхлую землю. У меня в данном случае верховой торф. Агробалт и смешанный перлитом. Перлита я еще, кстати, сейчас добавлю чуть-чуть. Вот. Вот такая вот земелька. Земля должна быть рыхлая. И уплотнять сильно не надо будет горшочки. Она со временем сама уплотнится. Вот такая вот земелька. Так, что дальше делаем? Так, нам нужно посмотреть, что из себя представляют наши
Давайте вот так сделаем наши одышечки. Я их предварительно чуть-чуть полила. Как бы мне аккуратно это все достать. Так. Прям мне не втерпёж посмотреть, какая там корневая система. Я, когда они вылезли, немножечко, буквально сантиметрик, я посыпала сверху тоже торфом. Так, ну что? Ну, не сказать, что прям большая тут корневая. Ну, вот такой вот, вот такой вот бздунчик. Вот это вот центральный корень. Ну, вот не знаю, стоит ли его отбирать сейчас. Может быть, еще стоит подождать. У меня как бы не сильно жарко. Вот здесь вот, вот это один. Ну, давайте посмотрим сразу второй. Так, этот подлиннее. У него, смотрите, какой боковых практически нет. А центральный корень, какой вот здоровущий, да? Вот, вот такая вот палка растет. Вот, но, смотрите, вот боковых нет. Если бы были бы боковые, я бы, наверное, ну вот есть, конечно, нет, это даже не боковой. Я бы, конечно, центральный подрезала. Но так как нету пока боковых, пока я и не буду подрезать. Страшно что-то мне. Подрежу, а они загнутся. Так, ну что, делаем фитилек. Фитилек вот такой. Так, приделаем примерку. Достает. Достает. Кстати, вот эти капроновые колготки прекрасно, прекрасно тянут. Так. Вот немножко насыпала. Положила. Вот так. И сверху засыпаю, да? Сильно не утрамбовываю. Так, чисто символически. Ну что, делаем примерочку, да? Ну, можно вот так и присыпать. Вот так вот можно и присыпать. Сильно глубоко я не буду. Вот корень я как могла его расправила. Сейчас я его прихвачу. Вот. Вот. Вот он уже чуть-чуть держится. Мой красавчик. Земля, я ее немножко, вот эту землю увлажнила. Так, большовато, конечно. Ложка у меня для этого случая. Ну, ладно. Вот. Сильно не уплотняя, видите, еле прижимаю. Еще добавлю. Пусть они поглубже у меня сидят. Я имею в виду в земельке. И поставлю на солнышко. Солнышко уже начинает прибывать. Все-таки у нас Алма-Ата. Солнечный, хотя вот... серый, сегодня серый такой день. Ну, в принципе, я даже прям насыпаю полное, потому что, ну, прольешь, она сядет. Вот так. Вот, прям полненько. Полненько. Так, чтобы запустить фитильный полив, надо немножко-немножко полить. Полить. Вот так. Чтобы так корешки вокруг обхватились. Но думаю, они обхватятся, потому что я... Вот, все. Вот. Так, где наша штучка? Штучка. Вот. Смотрите, как чудненько. Опаньки. Опаньки. Ну и также сажаю второй. Вот второй фитилек. Второй. И также проливаю. Кстати, у меня в воду добавлено удобрение. Удобрение. Как же оно называется? Ой. Забыла. Ну, состав такой 20-20-20. 20 азота, 20 фосфора. Так, нужно еще чуть-чуть подсыпать. И уже тут не поливать. И в воду я налью, во-первых, теплую сюда. Ну, не горячую, естественно. А для начала тепленькую. Малышам таким. И поставлю я их. У меня есть лампа небольшая такая. Вот видите, это поглубже встает. Надо, чтобы они
равномерно вот так. В принципе, я не буду сильно много воды наливать, хоть поглубже пусть. Вот. Ну и также сейчас посажу 4 стаканчика сальвии. Друзья, этой сальвии тоже месяц. Вот такая вот маленькая, но у нее уже, смотрите, 2 настоящих листочка и выпускает еще вторую пару. Эта сальвия мне очень нравится, она очень красиво цветет. Вот сделала 4 стаканчика и точно так же сажаю на фитильный поливчик. Так, сажаю последнюю растюшечку. Попробуем, как будет сальвия расти тоже на фитильном поливе. Ну вот, блогеров смотрю, многие рассаду, и рассада развивается лучше на фитильном поливе. Вот так вот, друзья. А здесь я немножко досыпала земельки, ну, чтобы она не тянулась. Кстати, сальвия у меня уже стоит не под лампами, а стоит на подоконничке. И вот смотрите, я смотрю, неплохо развивается. Изредка, даже сейчас она уже стоит открытая, чтобы солнышко хватало. Изредка я как бы вот так на ночь закрываю. Ну, чтобы тепло сохранялось, чтобы с окна не дуло, немножечко вот так сохраняю. А днем, когда солнышко, я открываю и поливаю и оставляю на солнышке. Так, ну что, теперь сюда доливаю водички тепленькой. Надо было ее сначала налить. Вот как я сейчас буду открывать, да? Это такая конструкция у меня, но ничего. Вот, вот, налью. Так, друзья, в мою конструкцию, вот литровая бутылка, 1 литр. Вот смотрите, сколько вот осталось. Ну, 700 грамм сюда вошло воды. И у меня еще между дном и как бы стаканчиком, у меня зазор где-то, ну, где сантиметр, где чуть больше. Так что очень даже удобно. 700 воды на вот эту вот мелюзгу. Я думаю, что мне хватит надолго. И я сейчас прям отправляю... Не знаю, вот этим бы, конечно, под лампу. Они любят солнышко. Ну, наверное, сегодня отправлю под лампу. У меня, конечно, они такие не специальные лампы, а обыкновенные лампочки. Вот, светодиодные. А если будет солнышко, ну, например, завтра обещают, по-моему, солнышко, я перенесу их уже на солнышко. Ну, вот так, друзья, перевела на фитильный полив. Ну, и буду держать вас в курсе, как удался мой или не удался мой эксперимент. На этом все. Было полезно видео, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч. Пока-пока.